Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы продолжаем знакомство с работой различных детских центров, с развивающими программами и с тем, как действительно развивать детей. Чем отличается дрессировка от развития? И в этом ролике я хочу опять же продолжить рассказ о логопедическом центре «Улыбка». В первом ролике мы показали вам работу педагога раннего развития. А теперь мы познакомимся с тем, как работает этот центр с детьми постарше, с детьми после трех. Первый ролик, который мы хотим показать, это ролик о развивающих занятиях с детьми от 3 лет. В этом упражнении педагог делает с детьми сказку, что само по себе является очень милым, хорошим занятием для детей этого возраста. Ладошками печем. В этом ролике педагог лепит с детьми воображаемого колобка. К этому возрасту у детей начинает развиваться воображение. И очень хорошо, когда занятия идут не только на предметах, которые существуют, а когда детям предоставляется область фантазии. Вообразить какой-то воображаемый предмет, ну, в данном случае колобка, и сделать с ним действие. Дети с удовольствием перенимают эту игру и интерпретируют его, и делают ее по-своему. Принес Мишка. Мишка нам принес целую корзинку. Давайте посмотрим, что у нас в этой корзинке. Ну-ка, доставайте. А теперь рассказывайте, у кого что? У меня перец. У тебя перец. Я картошка. У Алисы картошка. Так что же, девочки, нам принес Мишка? А Мишка нам принес овощи. В следующем ролике педагог дает детям задание на классификацию. И делает он это на корзине с овощами. Он выносит корзину с овощами и спрашивает детей о том, что лежит в корзине. Дети достают и разглядывают, что им досталось. С одной стороны, задание выполнено абсолютно грамотно. Однако, с другой, педагог задает вопросы и не дает детям ни секундочки на них ответить. Он спрашивает, что нам принес Мишка, вместо того, чтобы сделать паузу и дождаться, когда дети скажут корзинку, там, мешочек, выдвинут какие-то свои варианты, и педагог скажет им о том, что действительно принес корзинку. Педагог отвечает за них. Дальше дети вытаскивают различные предметы. Казалось бы, у педагога совершенно отличный шанс расспросить детей о том, что им досталось, чтобы каждый ребенок описал, что именно досталось ему и к какой категории вещей это относится. Однако педагог дает детям назвать у каждого, что за предметы оказались у него в руках, при этом сам делает вывод, что это овощи. На мой взгляд, гораздо грамотнее было сделать таким образом. Педагог приносит корзинку, которую передал ему Мишка, и спрашивает, ребятки, что нам принес Мишка? Пусть дети сами назовут слово корзинка, сумка, может быть, какая-то миска. При этом педагог грамотнее всего. Педагог поступит тогда, когда он будет спрашивать, какие еще варианты? Какие еще варианты, пока дети не произнесут то заветное слово, которое нужно педагогу? Корзинка. Дальше дети разглядывают. И это увлекательное занятие. Посмотрите, насколько детям нравится разглядывать, что у них оказалось в руках. И называть самим, показать, какие они умные, грамотные, что они все знают, уже все названия. И педагог опять же спрашивает, что это, и вместо того, чтобы дать детям ответить, что это овощи, он сам за них отвечает. Хотя можно было бы предоставить эту возможность детям. И опять же таки, в случае, если дети не угадали, что там имел в виду педагог, лучше всего просто попросить детей озвучить разные варианты. И потом сказать, хорошо, мы разберемся с этим позже. То есть педагог ни в коем случае не должен навязывать вариант идеально правильного ответа. Тем более говорить, правильно они делают или неправильно. Как только ребенок слышит слово «правильно», «неправильно», он больше не доверяет своему собственному мнению и суждению о каких-то объектах, их приметах. Он ждет одобрения педагога.
Он ждет, что внешние люди должны ему сказать, что правильно, что неправильно. Это парализует мышление ребенка, не дает ему возможность дальше творить и мыслить. Скажите мне, пожалуйста, овощи где у нас растут? На поляне. В огороде. Нет, на поляне не растут, на поляне цветочки. В огороде, правильно, Катя, овощи растут в огороде. Дальше педагог, назвав тему овощи, спрашивают детей, где растут овощи. И опять же таки, можно опросить каждого ребенка. Как думает Маша, как думает Катя, как думает Ирочка, где растут овощи. И все дети дадут свой собственный ответ. Это поощряет детей мыслить. Если педагогу уж так нужно склонить детей, что именно в огороде, он может сказать, давайте возьмем версию Кати сегодня, и это будет огород. Одна девочка в этом ролике называет слово «поляна». И мне лично совершенно непонятно, почему овощи не могут расти на поляне. Например, если девочка была где-то в хуторном хозяйстве, где хутор обычно стоит далеко от деревни, и люди ведут свое собственное хозяйство, это может быть как раз на поляне. Если педагогу действительно интересно, почему девочка сказала слово «поляна», ее можно спросить, на какой поляне девочка видела растущие овощи. Я бы к этому упражнению отнеслась так. Я бы предложила детям разные картинки, в том числе, где нарисован сад, огород, поле, лес. Я бы предложила выбрать из картинок ту картинку, на которой нарисовано то место, где растут овощи. И неважно, угадал ребенок, что овощи растут в огороде. Не угадал. Он может взять и показать сад. Тогда ребенку нужно спросить, как он думает, почему овощи растут именно вот в этом месте, как он до этого догадался, и как мы можем все понять, почему овощи растут здесь. В этой задании не должно быть правильных и неправильных ответов. Важно само рассуждение ребенка. Ребенок сам подумает об этом, расскажет другим детям, послушает ответы других детей, и в конце концов группа придет к выводу, что действительно на самом деле растут овощи. Но это будет собственный выбор детей, это будет собственное мышление детей. И здесь нет правильного и неправильного, есть только ход мысли. И мы, как взрослые, как педагоги, должны следить именно за тем, чтобы дети думали и аргументировали. Особенно важно это для логопедических центров. Именно таким образом у нас складывается развернутая, красивая, аргументированная речь. А не когда детям точно указывают схему, по которой ему нужно говорить те или иные слова. Давай, умница. Тася, молодец. Тася справилась с заданием. Тася нашла летнюю картинку. В следующем ролике, по-видимому, детям дается задание выбрать летние и зимние или осенние пейзажи. Дети должны из набора картинок выбрать конкретное время года, которое предлагает педагог. Каждый ребенок выбрал картинку, ту или иную, потому что он как-то об этом думал и рассуждал. И здесь значительно важнее, как ребенок дошел до мысли, что вот эта картинка подходит к тому вопросу, который задал педагог. Здесь гораздо важнее, чтобы дети объяснили, каким образом они взяли ту или иную картинку. И опять же таки, нет правильных и неправильных решений. Если ребенок может объяснить свой выбор, то это просто замечательно. Другой ребенок объяснит свой выбор, третий свой выбор. Педагог может, если ему очень хочется, чтобы картинки были определенного сюжета, он может сказать, дети, а теперь я скажу мое мнение. Мое мнение, что больше всего нам подходят вот эти картинки. Потому-то. Тогда это задание будет направлено действительно не на дрессировку, потому что дети легко узнают какие-то картинки природы и какие-то времена года. Они будут направлены на то, что ребенок научится выводить признаки времени года, понимать и свое мнение, и мнение других детей. Кому кидаем овощи, кому фрукты? Зайки, фрукты, вспоминаем. Так, ну-ка, девочки, идемте теперь проверять. Пошли, Полиночка, проверять теперь. Все мы правильно сделали? Да. Ну-ка, давайте смотреть.
Зайка у нас любит фрукты. Давайте проверять. Морковка – это фрукт? Нет, неправильно положили. Кукуруза – это фрукт, Полина? Это я положу. Нет, кукуруза – это не фрукт. Кукуруза – это... Что у нас? Овощ. Следующий эпизод посвящен тому, что педагог дал задание детям разложить ежику овощи, а зайцу фрукты. На самом деле непонятно, почему так, потому что ежики, если уж быть логичным, то ежики не едят ни фрукты, ни овощи, они едят насекомых. Ладно, все бы ничего. Значит, дальше дети с энтузиазмом раскладывают овощи и фрукты по корзинкам. Такой тип заданий очень нравится детям. Оно сочетает и умственное развитие, и подвижную игру. Дети всегда воспринимают это с большим удовольствием. Дети раскладывают предметы по корзинкам, однако происходят ошибки. Вместо того, чтобы педагог взял и показал детям результат их труда и сказал: «Ребят, посмотрите, что у нас попало в эту корзинку. В этой корзинке у нас фрукты, да? Посмотрим, не попали ли туда шпионы от овощей или какие-то незваные гости от овощей». И тогда дети сами попробуют исправить свои ошибки. На самом деле ребенок совершенно замечательно положил зайцу морковку. И педагог мог бы на этом сыграть. Он мог бы сказать: да, вот Машенька действительно права, зайцы очень любят морковку. Наверное, поэтому ее морковка попала во фрукты. Однако можно задать следующий вопрос. Какое мы с вами сделали задание? Что мы с вами делали? Пусть дети сами скажут, что они разделяли овощи и фрукты. И тогда, а морковка у нас по адресу попала? Может быть, она должна быть в другой корзинке? Как вы считаете? И можно опять опросить каждого ребенка, как он считает. То есть тут есть множество способов, как детям самим дать понять, в чем произошла неточность, исправить ее. И опять же таки, вот эти слова «правильно» и «неправильно». Как только мы говорим «правильно» и «неправильно», мы все равно что ставим в мозгу у ребенка выключатель. Как только взрослый говорит «правильно» и «неправильно», мозг у ребенка отключается, он перестает думать и начинает угадывать, что от него хотел взрослый, а не рассуждать самостоятельно и приходить к собственным выводам. Видите, какая помидорка? Мы с вами вместе ее сажали. Посмотрите, помидорка выросла. Следующий эпизод очень хороший и добрый. Педагог показывает растение, которое дети посадили вместе с ним в горшочек. Это помидорка. Опять же таки, в чем ошибка? Вместо того, чтобы детей спросить: помните, как мы сажали помидорку? И дождаться ответа, что они это помнят. Педагог все сам за них сказал. Как бы сделала я? Я спросила: ребят, помните, как мы сажали помидорку? Дети бы сказали: помним. Я спросила: а что мы сажали в землю? Мы прям росточек сажали или что-то другое? Дети бы скорее сказали: семечко. А что же теперь с семечком произошло? Пусть дети сами скажут, что семечко выросло. Можно даже им задать вопрос: а как вы думаете, с чего это вдруг семечко выросло? Пусть они предложат свои варианты. Почему? Пусть они предложат, чем оно там питалось, что они поливали его водичкой, что они ставили его на солнышко, и поэтому семечко выросло. Хорошо продолжить это упражнение таким заданием, что дети сами превращаются в семечко, и как будто педагог сажает каждое семечко в землю, и оно прорастает. И каждый из них пусть прорастет и покажет, во что-то, что он превратился в растение. И каждый спросит, в кого он превратился. Кто-то скажет, что в помидорку, кто-то в ромашку, кто-то еще в какой-то цветочек или растение. Дальше можно пойти дальше и спросить у детей, если они превратились таким волшебным образом в растение, во что же тогда превратятся их ножки? Дети всегда скажут, что ножки у них – это корешки, а дальше ножки – это стебельки, а ручки – это листочки, а головка – это цветочек. Таким образом, дети легко сами доходят до частей растений и понимают, как это все растет, потому что они могут примерить все эти знания на себе и осмыслить их по-настоящему, прочувствовать их. Я хочу заметить, что в центре улыбка
Очень хороший раздаточный материал. Много разных пособий, очень интересных. Детям они нравятся. Грамотный подход тем, что эти пособия достаются то из корзинок, то из мешочков, то из коробочек. Детям все это нравится. Это сказка, это интрига, это интересно. Однако, несмотря на то, что красиво и правильно и грамотно сформирована сама подача задания, дальше, как оно выполняется вместе с педагогом, это скорее дрессировка, а не развитие. Педагог задает вопрос и сам на него отвечает. Он ни секундочки не дает ребенку задуматься и ответить, как он считает. Более того, когда в следующем ролике педагог дает коробку, она действительно интересная, интригующая, ребенку интересно узнать, что вместо того, чтобы предоставить коробку самому ребенку, чтобы он ее открыл, чтобы он, может быть, там закрытыми глазами попробовал, что там внутри, и сказал, мне кажется, что там внутри пазлы. А когда достал, ой, правда, пазлы или нет, или он ошибся. Чтобы он на своем собственном опыте запустил вот этот процесс познания, педагог все рассказывает за него. Дальше, когда педагог достает для ребенка пазл, обращу внимание, не ребенок достает пазл, ему бы это было значительно интереснее, а педагог. Педагогу опять хорошо бы спросить, что же ты такое у нас досталось, и что с этим можно сделать. И еще лучше всего спросить, как он догадался, что это именно на это задание направлено, это пособие. То есть нужно максимально использовать любое пособие, чтобы ребенок рассказывал о том, что он видит, что это такое, как он об этом догадывается, какое у него об этом мнение. И каким способом можно выполнить это задание, это самое важное. Потому что ребенок в таком случае учится, прежде чем что-то делать, подумать о том, что это и что с этим можно сделать. Он учится мыслить самостоятельно. Когда ребенок достает пазлы, педагог может спросить, с чего ты хочешь начать? Как ты будешь его собирать? И пусть ребенок сам скажет, либо он с серединки это начнет собирать, либо с кончиков, либо просто дать возможность ребенку самому собрать, посмотреть, что получилось. Если получилось не совсем то, что хотел педагог сказать, как ты думаешь, что-то в этой конструкции можно исправить? Что-то можно добавить? Или как-то положить по-другому? Опять мы запускаем мыслительный процесс у самого ребенка. В случае, который показывает нам логопедический центр «Улыбка», педагог является как бы центром. Он такой человек, который всезнайка, и у которого есть все правильные вопросы на все правильные ответы, и все правильные ответы на все правильные вопросы. Такой метод – это именно дрессура. Когда ребенку нужно угадать, что хочет педагог, сделать таким образом, как хочет педагог, а педагог будет говорить правильно и неправильно. И мнение самого ребенка абсолютно нет доверия. Потому что там есть интересный пазл с цифрами и с картинками. Сначала кладешь серединочку, да, серединочку, вот так. И начинаешь подбирать нужные пазлы. Дети пытаются рассказать педагогу о своем мнении, о своем суждении, но педагог пропускает это мимо ушей. Он не спрашивает его ни о чем. Он просто ведет свое занятие к той мысли, которую он хочет довести. Например, либо это к овощам, либо это к счету, либо это к каким-то другим вещам. Давайте посмотрим следующий момент. Нужно было посчитать прищепочки. Сколько у сына прищепочек было? Прищеплять прямо вот сюда, краешком. Одна прищепка. Да, 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 посильнее. Ну, вот, подожди. Одна прищепка. В следующем эпизоде мы видим, как ребенку дают задание с прищепками. По этим роликам даже трудно догадаться, что речь идет не о логопедическом занятии, когда надо правильно произносить слова, а о математике, где ребенок считает. А математика, прежде всего, связана с мышлением, когда ребенок думает, как ему сделать так или иначе. Опять же таки, материал великолепный, очень интересные прищепки, красивые корзинки. Все это преподается очень красиво. И детям это нравится. Вот сама подача материала детям очень нравится. Однако,
Когда педагог достал эти прищепки, эти корзинки, опять можно спросить, что с этим можно сделать. Уточнить ребенка, как он догадался, что с этим прищепкой можно сделать. Ребенок может скажет, что их можно посчитать, их можно прищепить, их можно сделать с ним кучу разных действий. И самое ценное, сама мысль ребенка о том, что с этим можно сделать, и как это делать, и как ребенок до этого дошел. Педагог опять дает законченную форму, он говорит, что точно ему нужно от ребенка, что он точно должен делать, и каким образом это он должен сделать. Опять же, таки, вместо процесса познания и обучения с помощью познания идет процесс дрессировки. В этом случае научение есть, обучение есть, развития нет. Образовательные программы тем хороши, когда в них есть развитие, когда ребенок шаг за шагом может сам делать выводы, может сам ставить себе задачи, может сам думать, размышлять и аргументировать. И хочу подчеркнуть, что ролики этого центра были очень интересны для меня, поскольку очень много разных пособий, разных приемов. Детям действительно интересно и им нравится. Однако занятия для более старших детей больше похожи на дрессированных собачек. Для того, чтобы изменить этот подход, нужно больше общаться с детьми, больше спрашивать их об их мнении, о том, как они считают, о том, как они пришли к такому мнению. И тогда это будет истинная подготовка к школе, потому что они научат детей мыслить и аргументировать, а не дрессировка по заранее выверенной программе. Спасибо за внимание. Ждем ваших вопросов и ваших роликов для наших комментариев. Мы расскажем вам, как развивать детей, а не просто давать им образование и какой-то набор информации. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.